Строительство школы на 600 мест в поселке Большевик завершилось. Сейчас в здании идет обустройство внутренних помещений. Сегодня глава городского округа Дмитрий Жариков проинспектировал ход работы и оценил ситуацию на месте. Глава городского округа в школе с проверкой. Дмитрий Жариков осматривает новое учебное заведение в Большевике. Спортивные залы, химические лаборатории, классы для занятий. Подрядчики уже завершили строительство и благоустройство прилегающей территории. Сейчас идет отделка внутренних помещений. Территория на 100% благоустроена. Мы успели перед морозами, значит, сделать полностью асфальт, уложить плитку, озеленение, посадить все деревья. То есть, в принципе, весной у нас, ну, может быть, небольшие будут работы по именно озеленению. Столовая с обеденным залом на 300 мест, медпункт, хореографические, гимнастические, актовые залы. Школа в Большевике построена по новым стандартам и рассчитана на 600 мест. Благодаря открытию новой школы мы позволим себе полностью ликвидировать здесь вторую смену и создать детям комфортные условия. В школе предусмотрены помещения, в том числе для занятий группы продленного дня и для внеурочной деятельности. Новое учебное заведение на 600 мест откроется в ближайшее время. Сейчас готовится соответствующая документация для сдачи здания в эксплуатацию.